Приветствую, друзья мои, с вами на связи Александр. И записывая это видео, я преследую три цели. Первая цель. Я хочу, во-первых, поделиться с вами небольшой, но достаточно приятной новостью. Приятной как для меня, так же и для пользователей моих ресурсов. Во-вторых, я хочу спросить вашего совета. Да, именно вашего, моих зрителей и подписчиков канала. И в-третьих, в конце этого видео я расскажу об акции, в которой может принять участие каждый из зрителей данного видео. И, соответственно, получить приятный бонус, о котором вы, возможно, давно мечтали. Итак, давайте будем двигаться последовательно. Во-первых, с чем связана новость? Она связана с тем, что происходит обновление определенных страниц на моем ресурсе, посвященном игре на гитаре. Как вы видите на экранах, сейчас страничка с возможностью записаться ко мне на уроки приобрела более современный и приятный для глаз вид. Не знаю, помните ли или не помните мою предыдущую страничку, я даже открывать ее не буду, потому что она сделана на устаревшем плагине, а здесь достаточно все приятно и все понятно. Кстати, спасибо хорошему моему знакомому, мы, кстати, с ним сегодня будем париться в русской бане на острове Бали, да, такое бывает, возможно, чуть позже я вас с ним познакомлю. Итак, давайте мы пробежимся по этой страничке и попутно, пожалуйста, следите внимательно, может быть, вы мне что-то посоветуете, что нужно добавить, что исправить, что убавить. И что изменить, я вам буду очень сильно благодарен. На этой страничке уже становится после одного беглого взгляда понятно, каким образом происходят занятия со мной. Каждое занятие продолжается в течение 60 минут. После каждого занятия каждый из моих учеников уже даже после первого занятия достигает заметных практических результатов. Каждый из моих учеников имеет возможность выбрать максимально удобное для него время и день занятий. И также каждый из моих учеников имеет личный доступ ко мне по электронной почте. И каждому из моих учеников я отвечаю в максимально быстрые сроки на его вопросы, чтобы не было никаких заминочек в дальнейших занятиях. В нижнем блоке можно познакомиться с моей персоной. Чуть ниже еще можно посмотреть фрагмент реального урока со мной, который я провожу по программе Skype. Слева здесь находится небольшой блок, в котором написано, кому подойдут занятия дистанционные со мной по игре на гитаре. Чуть ниже, если прокрутить, то в этом блоке можно посмотреть видео, на котором один из моих учеников исполняет известную мелодию из программы «В мире животных», и таких результатов он достиг всего за несколько уроков. Я уверен, что каждый из вас и даже лучших сможет достичь результатов, если запишется ко мне на дистанционные уроки по игре на гитаре. Чуть ниже я рассказываю, чему именно я обучаю на уроках по игре на гитаре дистанционных. Разумеется, всего в несколько пунктов невозможно уместить всех тех нюансов, которые мы затрагиваем на занятиях, но более или менее, если вас что-то интересует, вы уже сможете иметь представление. Также интересный нюанс, что я занимаюсь с абсолютно разным контингентом людей, как в возрастном плане, так и в региональном плане. Люди находятся абсолютно в разных уголках планеты, которые со мной занимаются. Вот этот парень из Соединенных Штатов, например, давайте бегло пробежим. Как вы видите, разного возраста. Этот ученик из России, это тоже из Соединенных Штатов, мой знакомый, рядом с Сан-Диего проживает. Это Объединенные Арабские Эмираты, Москва, вот, это Краснодар, это Италия, город мира, это Эстония, простите, Литва, Австралия, Германия. Это Россия, кстати, тоже. Это Латвия, Рига, Чехия. Ну и так далее, друзья, Украина. То есть с разных стран, как вы понимаете, и разных возрастов, с разным владением владения русского и английского языков у меня ребята занимаются. В этом видео можно посмотреть короткие отзывы некоторых из моих студентов, и как раз мы подбираемся к самому интересному, в чем заключаться будет акция. На данный момент стоимость одного занятия со мной составляет 25 американских долларов или же 1500 российских рублей. Так вот, я сейчас обкатываю этот ресурс, буквально несколько минут назад, после того, как вы смотрите это видео, скорее всего, появилась возможность записаться ко мне на занятие через данный ресурс. Что для этого нужно сделать? Нужно нажать на кнопочку «Записаться на уроки», ввести ваше имя, не ошибиться при вводе электронной почты, потому что я не смогу иначе с вами связаться. И вот здесь в тексте заявки можете
просто написать, что вы хотите заниматься со мной на гитаре в свободной форме, но не забудьте указать, что вы обращаетесь ко мне после просмотра видео на YouTube. И для вас я сделаю скидочку в 50%, то есть вы сможете, если будете платить в российских рублях, взять у меня полноценный 60-минутный урок не за 1500 рублей, а за 750 рублей. И также, если вы будете платить в долларах, вы сможете оплатить не $25, а всего $12,5. Кстати, это относится к тем ученикам, которые со мной занимаются, и к тем еще, кто не занимался. Так что вы имеете возможность одно занятие получить в половину дешевле, чем обычно. И давайте, чтобы было достаточно все это интересно, мы сделаем возможность всего для троих человек. После этого возможность будет закрыта. Ну, как вы узнаете о том, что попали вы в число счастливчиков или нет, вы просто получите ответное письмо, в котором я напишу, что уже вакансия закрыта. Или давайте, знаете, не для троих, давайте 5 человек сделаем, то есть 5 из вас смогут получить занятия со мной с 50% скидкой. Каким образом происходит запись ко мне на уроки, если вы еще не занимаетесь со мной? Вам нужно будет оставить заявочку, как я сейчас нажимал вот на эту кнопочку, здесь заполните эту форму. В ответном письме я вам пришлю из своего графика свободное время и день предложу. Но для того, чтобы мы с вами много раз не переписывались, вы уже в первом шаге можете в тексте заявочки, вот здесь когда нажмете, написать максимально удобный для вас день и время, когда вам удобно будет выйти со мной на связь. После этого я вышлю вам реквизиты, каким образом связаться со мной, и в назначенное время мы с вами уже свяжемся по программе Skype и, соответственно, позанимаемся. Если у вас есть какие-то вопросы, можно, конечно, задать эти вопросы в данной форме. Здесь, в самом низу этой странички, вы можете посмотреть парочку видео в моем исполнении. Видео, разумеется, намного больше. На данный момент 780 видеороликов опубликовано на моем канале. И многие из них вы можете посмотреть на этом ресурсе guitaraplus.ru. Спасибо вам за просмотр данного видео. Мы с вами бегло пробежались по этой страничке. Если вдруг у вас возникли какие-то вопросы или рекомендации, советы или комментарии, не стесняйтесь, обязательно прописывайте их под этим видео, с удовольствием почитаю. И вот здесь еще интересная такая фишка сверху такая возможность, чтобы посмотреть сразу же вопрос, отзывы моих учеников, фрагмент урока и даже оставить заявочку. То есть страничка моментально вас перебрасывает на нужный вам раздел. И, конечно же, можно с удовольствием познакомиться с ценой. На этом я данное видео заканчиваю. Желаю вам всего самого наилучшего. Пока-пока. Увидимся на уроках.